Итак, друзья, я вас приветствую. Итак, мир или война? Научитесь управлять юнитами и производить их, развивать город и добывать ресурсы, делать исследования и улучшения. Ну, давайте начнем по порядку. Война и мир, да, было как бы по-другому в книге написано. Ну, мы начнем с мира. Хотя и там с мира все начиналось. Поехали. Суровый казачина на нас смотрит, да? Кстати, не знаю, говорят, сейчас достаточно много багов в игре. Вот сейчас как раз и будем смотреть, будет это проявляться здесь или нет. Так, мой король, мы уже у цели нашего путешествия. До городка, где вам предстоит овладеть искусством управления, осталось совсем немного. Скоро мы будем на месте. Ну, вперед, мой друг. Конечно, вперед. И что дальше? Так, следуйте за советником, выберите юнит, наведя на него курсор мыши. И нажав левую кнопку, ну, не такое же сильное обучение должно быть. Прикажите юниту двигаться, наведя курсор мыши на пункт назначения и нажмите правую кнопку. Вы можете двигать камеру стрелками на клавиатуре или подведя курсор мыши к краю экрана. Приближать и отделять камеру можно колесиком мыши. Понятно. Спасибо, что вы нас проинформировали за такие вот вещи. Куда же нам идти-то, елки-палки? А, вот, вот этим юнитом, наверное, надо идти сюда, да? Ну-ка, да, точно, смотрите. Оп-оп-оп. Идем, идем, идем. Ничего пока интересного, я так думаю, тут не будет происходить. Какая-то нудятина, наверное, будет. Ну ладно, посмотрим. Решили так, значит, будет так. Добрый день, Ваше Королевское Величество. Мы будем вас сопровождать по дороге в ваш славный городок. Не пристало королю идти без свиты, и мы с радостью ее составим. Ну, это понятное дело. Вы могли бы меня вообще как бы это какие-нибудь там, я не знаю, лошадь найти, что ли, там, или телегу какую-нибудь там, блядь, на руках в конце концов, на плечах отнести. Что это такое? Король топает пешком вообще. Ага, вот наш город. Я так понимаю. Хотя это трудно городом назвать то, что я вижу. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Че, пришли, да? Пришли? Нет, не пришли. Да че вот это такое? А, вот, направление еще. Ну ясно. Давай, 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 двигай телом. Добро пожаловать, Ваше Величество. Рад приветствовать в моих владениях. Почему вы так смотрите по сторонам? Не глядите, что тут ничего не добывается. Этих ленивых недотеп невозможно заставить работать даже за спасение души. Да и ресурсов все равно нет. Ну а на чем мы сюда приперлись тогда, еб вашу мать? Тут даже снега зимой не соберешь. А что гарнизон? По-моему, солдаты как солдаты. Строй не держит, а по мне, если боец знает, с какой стороны держать пипу, уже хорошо. Здесь глуши этой науки достаточно, а если ваши советники начнут умничать, так это от зависти. У меня повсюду враги, ведь честному человеку так тяжело живется. Ну, блядь, ясно, пиздобол очередной. Мой король, поверьте, мне очень жаль, что вы увидели этот город в таком плачевном состоянии. Назначение этого невежи на должность команданта даже, ёптан, команданта. А, коменданта, тьфу, еб вашу мать. Непростительная ошибка, которую немедленно исправить. Он должен незамедлительно освободить занимаемую должность. Так, по-моему, он просто глуп. Пусть этот осел отправляется домой и научится хозяйствовать в собственной усадьбе. Так, своим разгильдяйством он нанес огромный вред королевству. Назидание другим его следует казнить. Однозначно казнить. Казнить нахуй. Вот так. Молодцы, ребята, а чё вы думали? Это вам, ёб вашу мать, тут, блядь, не демократия, ни хера. Демократия у нас будет позже, лет через 300. Так, мой король, теперь надлежит навести порядок в городке. Вот подошли местные жители, крестьяне. Крестьяне имеют огромное значение, именно они возводят строение и добывают ресурсы. Ресурсов всего 6: дерево, камень, еда, золото, железо и уголь. Каждый из них потребуется для строительства города и создания армии. Но с чего же начать? Один из самых важных ресурсов – еда. В первую очередь нужно построить мельницу и вспахать поле. Это обеспечит нас провиантом. Еда требуется не только для найма солдат и крестьян, но и для их содержания.
Если съестные припасы закончатся, люди начнут умирать от голода. Вы должны выбрать подходящее место для строительства мельницы. Вокруг нее раскинется поле, поэтому стоит выбирать просторную плоскую площадку. Ну давай, я вижу одну. Так, чтобы построить здание, выберите рабочих. Нажмите на значок нужного здания левой кнопкой мыши, а затем левой же кнопкой нажмите на желаемом месте постройки. Для отмены постройки нажмите правую кнопку мыши или Escape. Постройте мельницу. Ну и чё? Это пауза, что ли? Ну, это вроде пауза. Ну вот, мы выбрали крестьян. И чё дальше? Лимит населения, ёпову мать. Что дальше-то я спрашиваю? А, вот мельница. Хо-хо. Ну-ка, вперед! Вперед, орлы! Где вы, кстати, есть-то? Ну, недалеко относительно меня, да? Давайте. Чики-пуки. Можно тут скорость игры как-то увеличивать? Нет, что-то я еще не разобрался в интерфейсе, на самом деле. Ну и ладно. Атака пикой 20. А это что такое? Крестьяне пиками дерутся. Ну, модельки так, нормально, да. То есть это... как бы новые казаки, скажем так, со старыми дырками, я так полагаю, будут. Чё я не так сделал? Ага, прекрасно, мельница построена, поле засеяно. Теперь надо дать время, чтобы из маленького зернышка выросли высокие побеги. Пока пшеница зреет, советую построить склад. Именно туда крестьяне будут носить добытое дерево и камень. Чтобы рабочие быстрее справлялись, склад лучше строить поближе к лесу или к каменоломне. Кстати, еду на склад не носят. Кому охота есть хлеб с опилками или песком. Ну, это понятно. Так, ну, здание, я все понимаю. Ну, она, альтернативы нет. Предлагают здесь строить. Хорошо, давайте здесь строить. Чё же еще остается делать? Этих тоже сюда, наверное, надо отправить, нет? И вот этих. Да? Также. Где они? Идут? Бездельники, мать вашу. А это что так? Чё стоим? Кого ждем? Ну-ка. Все. Пошли, да? Молодцы. Подзадержались, вот ребята. Так, это у нас кто? Это мы пока не можем посмотреть, что такое. Гляньте, как быстро пшеничка тут у нас зашла. Замечательно, будет что покушать. Так, что это? Теперь осталось начать добычу оставшихся ресурсов. Золото, железо и угля. Без железа и угля, например, огнестрельное оружие превращается в совершенно бесполезный металлический лом. Выходы полезных ископаемых на поверхность земли хорошо видны. Найдите, пожалуйста, месторождение угля, железа или золота. И прикажите крестьянам построить шахту. Хорошо. А, ну, за нас опять же все нашли. Так что мы не паримся. Вот шахта у нас. Есть такое дело. Сколько у нас свободных тут крестьян? 16 было, да? Ну идите. Все сюда. Давайте, быстрее. Шагайте, ребятки. Не надо спать. Дел много. У нас тут, блядь, разбойник. Видите, какой был? Нихера ничего не делал. Это что у нас? Ходит у нас? Генерал. Уникальный, ёпову мать. Так. Всего лишь тут не все могут строить одновременно. Я думал, кучи могут набежать. А видите, тут всего 5 человек участвуют в строительстве. Крути, не крути, вот именно так и будет. Хорошо, будем иметь в виду. А может быть, это от уровня здания зависит, фиг его знает. Проверим дальше. Так, что ж, мой король, теперь мы можем обеспечить себя ресурсами. Отправьте часть крестьян на поле пшеницы добывать еду, чтобы накормить наших людей. Другой части крестьян велите валить лес, это обеспечит нас деревом. Третью часть крестьян направьте в каменоломню, чтобы они добывали камень. И не забудьте проследить, чтобы в шахте работало достаточное количество людей. Позаботьтесь о добыче ресурсов, и мы сможем приступить к созданию гарнизона. Угу. Да, мирные дела меня уже утомили. Давайте наберем отряд пикинеров. Ну, ладно, не будем мы спешить. Вот у нас тут задание 36 пикинеров, да? Хорошо, ну, крути не крути, а нам нужно направить действительно кого-то еду добывать. Сколько человек возьмем? Давайте вот 5, что ли, тут получается у нас вперед, орлы.
Эти у нас строили шахту. Ну, сколько они, сколько влезет в шахту? Я не знаю. Давайте проверять. Вот мы сколько нажали что-то, нет? А, уже там есть люди, получается. Да, вот как хорошо. И лес нам надо рубить. А лес мы будем здесь рубить, потому что у нас вот здесь склад. Да? Так ведь? Вот он. Кстати, за Швецию играем, если никто не понял. Я вот сам только сейчас увидел, что мы за Швецию играем. Ой, елки-палки, да. Лес есть, руда есть. Значит, что тут у нас? Еда будет, да? Еды нет, но вы держитесь. Сейчас все будет, не переживайте. Нам нужно золото найти еще, ё-моё. Можем золото найти, нет? Показать задание. То, чтобы вывести, понятно, обучите. Угу. Ну, это ладно. В общем, что здесь у нас? Пикинер, да? Еда 25, железо 20, время 1. Ну, время понятно. Там раз, два, три. Десяточек сейчас сделаем. Что там у нас? Собирается лес-то, нет? Ёлки-палки. Что-то как-то долго он собирается и нифига не видно. Он вообще тут... А, ну вот он сразу здесь отображаться будет. Я думал, здесь на склад что-то там видно будет. Не, нифига. 7 человек у нас тут работает, да? А, вот указаны люди у нас. Значит, еду 6 производит, 7, 5. Не понял. Я же не 6 человек отправлял сюда. Ну-ка, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Точно. Ошибся я, значит. Ладно, ничего страшного. Вот единственное, здесь вот эту деревья надо повырубать нафиг. Мы тут бы еще построили что-нибудь, если нам дадут, конечно, это сделать. Хотя здесь леса много. О, да и здесь дофига. Нормально. Работайте, негры, работайте. Так, что у нас сохранение произошло? Замечательно. Сколько у нас тут? Десяточек уже их, наверное, да? 9 штук всего. Давайте тогда считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот сейчас должен быть десяток пикинеров. Какие-нибудь построения у них существуют вообще? Интересно, использовать как охрану. А кого мы можем охранять? Здания? Людей? Кого? Отряды? Не ясно пока что. Держать позицию, ёп-машина. Ну-ка. Включить атаку, отключить атаку, двигаться и атаковать. Это как будет выглядеть? Ну-ка. Ага, вот как это будет выглядеть. Нормально. Так, ну модельки нормально прорисованы, конечно, такие они игрушечные, все это понятно. Ну, нормально, ничего не могу сказать. Так, сколько у нас пикинеров-то еще, ё-моё. Вообще, сколько их тут в отряде? 19 человек, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, тут что с едой? Что с едой у нас? Зерно. Угу, хорошо. Мы вот шахту другую не нашли. Золотую, например, бы нам найти шахту. Но я так понимаю, пока мы это задание не выполним, нифига нам не дадут сделать по-другому. Ладно, так, значит, так. Еще раз смотрим. 29. Нам надо 36. Соответственно, нам нужно 7 человек. Да, давай делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас, я думаю, все будет у нас хоккей. Так, мы должны исправить одно из упущений. Сейчас солдаты похожи на толпу головорезов. Чтобы превратить их в армию, мы должны свести их в полки. Вот. Так они будут не только красивее и торжественнее смотреться, но и гораздо лучше сражаться. Ну, понятно, это самое главное. Для создания полка, кроме солдат, нужны офицер и барабанщик. Пехота строится в одну из трех формаций – колонна, линия или карта. Полк должен принимать то или иное построение в зависимости от задач, стоящей перед ним. Колонна хорошо подходит для таранного удара, линия для ведения огня, а каре для круговой обороны. В первую очередь от кавалерии. Ну что ж, давайте, слушай мой приказ, мать вашу. Так, соберите отряд в формацию. Для этого выберите офицера и нажмите левой кнопкой мыши сначала на желаемой формации, а потом на значке «Солдат». Офицер и барабанщик должны находиться близко к солдатам. Ну, офицер это вот, да, у нас получается. Ну, давайте каре, допустим.
Каре и чё? И нихера ничего. Или это я не так делаю? Это кто такой вообще у нас? Барабанщик, что ли, блядь? Ну-ка, да, поближе сделаем. Офицер там весь в перьях у нас, бляха-муха. Так, ну. А если про лоны? А, вон как. Во, все, ну-ка, давай, стройся. Ёб вашу мать. Бегом, бегом, бегом. А чё барабанщик у нас не барабанит? Хм, интересно. Мой король, чтобы увеличить наш гарнизон, мы должны обеспечить всех людей жильем, и солдат, и крестьян. Пока все население не имеет крыши над головой, вы не сможете нанимать новых людей. Прикажите рабочим построить жилые дома. Каждый человек имеет право на укрытие от непогоды. Согласен с тобой, согласен с тобой. Итак, постройте два дома. Замечательно. Где у нас домики? Вот они. И теперь мы уже, наверное, можем сами строить, да, где мы захотим. Так, на вырубке можем строить? Нет, на этой. Ну, здесь был. Что мы здесь-то будем строить? Здесь не будем мы строить. Вот, давайте вот здесь построим. Раз. И два. Во. Вперед, цигель-цигель. Ай, люлю. Может нанять еще? Нет, мы не можем никого пока нанять. А, ну да, у нас же нет домов. Ё-моё. В этом же и суть задания-то, блядь. Каре наше. Ну-ка, а вот еще давайте потренируемся. Значит, что у нас так? Колонна. А, все, теперь они будут сами строиться. Пополнить отряд. Распустить. Держать позицию. Ясненько, все более или менее понятно. Вот они пошли. О, вон он. Ну, только он что-то не барабанит, ни хера. Ну как сбруи у них там клацает, или как это, блядь, назвать, не знаю, слышно. Как вот барабанишь-то, не слышно. Почему? У нас маневры. Хоп-хоп! Смотри как. Молодцы, ребята. Ну-ка, так. Четко все, да? Так смотри, по линеечке. Щелк встали. Хорошо. А вот это у нас что? А, шеренга. Ну-ка, шеренга, давай. Оп. И теперь вот так вот. Что-то шеренга херовая у вас, ребят, получилось. Ну-ка, давайте выровняйтесь. Не будете выравниваться, что ли? Ну-ка, так. Нормалек? Нормалек. Все, ну ладно, у нас еще будет время для того, чтобы потренироваться во всем этом. У нас еще будет другое обучение, война, так называемая. Вот, один дом мы сделали. Хорошо, хорошо. Так, сейчас пойдем дальше. Но я думаю, это недолго будет обучение. Просто еще раз говорю, ребят, это для тех, кто вот хочет купить игру, думает там покупать, не покупать, кто вообще не знаком с этой серией. Просто вот посмотрите модельки какие, какая графика. То есть, ну, более или менее, что из себя игра представляет. В общем и целом, как говорится. Так, мой король, порой вы можете быть лишены возможности добывать некий ресурс. В такой ситуации вам не обойтись без рынка. Там вы можете обменять один ресурс на другой, разумеется, цены не являются постоянными, курс обмена будет колебаться. Например, чем больше вы будете менять некий ресурс, тем ниже будет становиться его цена. Угу. Ясно, понятно. У купцов нет национальности, к сожалению, они лишены патриотических чувств. Ну, заговорил про патриотизм какой-то, анонизм, хватит. Еще вот здесь политоты нам не хватало, блядь. А, так, дома построили. Что ж, мы привели этот поселок в порядок, но я боюсь, что он достиг предела своего развития. Место здесь бедно ресурсами, и превратить его в крупный город вряд ли удастся. Разумеется, мы попытаемся извлечь из него максимум пользы, но мне кажется, стоит поискать ресурсы в другом месте, например, на другом берегу реки. Велите крестьянам построить порт. Когда строительство будет завершено, закажите, пожалуйста, постройку рыбацких лодок. Разумеется, порт можно построить только у воды. Тащите доски, мать вашу. Ага, давай порт строить. Ну а что делать? Порт. Порт так порт. Че, нифига? Порт не это. Порт не порт? А че? Почему порт не порт? А? А, вон как. Тьфу. Е-мое. Опять не так, да? Ну никак не могу я пока привыкнуть еще. Извините, если что. Так, у нас и водичка тут недалеко, кстати. Все будет нормалек. Сейчас они быстренько метнутся, наши холопы. Так, мне вот эти формации, мне нравятся, конечно. Устройся, ёб вашу мать. Сюда вот. Видно было, что вы там не в кустах где-то корячитесь.
Такие чик-чик-чик-чик. Ну, вот барабанчик, не барабанчик, херово. Я думал, здесь-то это реализует. Ну, пока вот нифига нет. Ну, тут, мне кажется, будет раздолье для мудоделов. Вот эта игра. Вот. Ну-ка, а если вот так? О, вот так. Ну, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Молодцы. Молодцы. Все, всем стоять. Команды вольно не было. Чё там у нас порт-то? Как он чувствует себя? Ох, он долго, наверное, будет строиться, да? Блин, ну и крестьян других забирать с других работ я что-то не хочу. Пусть накапливают ресурсы. Золотом хреновенько. Как хреновенько? Золота много. Но оно все равно уменьшается. А это мне не нравится. Это мне всегда не нравится. Так что, ну, в любом случае, это обучалка. Ничего страшного, мы тут с голоду не помрем. Так, что тут уже? А, они только один квадрат собрали, да? Получается, что как бы новые засеяли. Интересно. Не, ну хорошо прорисовано, модельки приятные такие. Ничего не могу сказать. Нормальная графика. Кто-то жаловался, графика отстой. Да нет, для своего и как бы стиля, потому что у казаков есть определенный свой там стиль, как это называется, это все нормально сделано. Это не Total War, кто-то сравнил Total War эту игру там еще с чем-то. Не-не-не, ребят, эта игра отдельная, она, я уверен, она и считаю так, и многие-многие тысячи людей так считают. Она уже свое место заняла, нишу свою заняла, так что казаки это казаки. Так, еще раз городской центр, значит, это у нас что, дипломатический центр, дом, тоже дом. А это что? А, это рынок, у нас же рынок есть уже, я думал, строить надо. Вот у нас и ресурсы, можно их обменивать. У нас, например, чего? Камень. Камень, камень. Камень у нас пока не расходуется, но мы его и не добываем, получается. Так, железо. Ну, железо так-то у нас много. Че поменять-то на че? С еды дофига, кстати. Не, ну еду я не буду. А давайте железо попробуем сейчас что-нибудь начнем сменять. Так, железо, допустим, на что? На золото. И че? Это вот у нас че? Мы им 10 единиц. А они нам что, нифига ничего. А ну давайте 100 единиц, 31 золото получим, что ли? Блин, как продать-то? Вот так, что ли? Ну, и чё? А почему не совершается? Отменить сделку. Ну, железо на камень давай тогда. Так. Нет, не так, вот так. О, так, сотню сразу. И тут 117, ну и что? А почему сделка не совершается, а? Ребят, чё-то я не понимаю. Ты почему так? Не совершается сделка нифига и все. Ладно, хрен с ним, будем потом разбираться, почему сделка не совершается. А может, она совершается, блять? Я, может, туплю просто и не обратил внимания. Ну-ка. Да, сделка совершается, ребят. Смотрите. У нас золото, да, вот смотрите. Оп, 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 оп. Вот, кстати, не очень это хорошо. Я бы появнее сделал как бы кнопку. Вот я сейчас щелкал, щелкал, сидел, тупил, пока я наверх не обратил. На верхнюю вот эту строчку обратил внимание, да, что прибавляется, уменьшаются ресурсы. Я бы сидел бы так сейчас и тыкал, и мы бы, блядь, вообще с голой жопой без железа остались. Вот это плохо, я бы явнее сделал кнопки. Если вот здесь видно сразу обозначение, ну, то есть хотя бы здесь видно, и здесь должно как-то отражаться, там, я не знаю, или кнопка сама должна вот работать по-другому. Ладно, мой король, чтобы вырвать из недр этой бедной земли все, что она может дать, следует расширить сеть ходов и рельсовых дорог в шахтах. О, как интересно. Тогда в ней сможет работать больше рабочих, что увеличит добычу соответствующего ресурса. Отличная мысль, отличная мысль. Вот здесь, да? Предлагаешь нам сделать? Да. Ага. Ну, давайте сеть сделаем. У нас еды много, золота. Золото, да. Вот золото, кстати, хорошо, что я купил. Так. Мы можем увеличить добычу еды интенсивным путем. Это значит, что мы не будем распахивать новые земли, а поднимем урожайность уже имеющихся. Для этого можно в кузнице сделать новые сельскохозяйственные инструменты, а также улучшить конструкцию мельницы. Блин, ребят, ну слишком много вы мне тут информации даете. Подождите, подождите. Вот, я уже начинаю путаться. Давайте сначала вот это сделаем. Раз.
начало строиться, да, хорошо. И теперь что там у нас с мельницей было? Вот давайте здесь, наверное, сделаем это, да? Сбор еды 140%. А что не 146, кстати, интересно узнать. Давайте 146 сделаем. Именно 146. Мне бы так хотелось. Ну, хер с ним, шучу, конечно. Так, что еще у нас тут? Так, 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 это что такое? Инвентарь, кузница. А, надо было это сделать, а я на кузнице что-то не то нажал. Ну, хер с ним. Тоже пригодится, я уверен. Мой король, теперь, когда мы увеличили эффективность нашей экономики и накопили ресурсы, можно начать реформы в армии. Чтобы повысить ценность солдат в бою, их следует, как следует, обучить. Офигенное выражение, блять, запишу себе и на стенку повешу. Вымуштровать. Храбрые и искусные солдаты сражаются намного лучше и легко одерживают верх над многочисленным, но необученным противником. Лучше содержать небольшую армию профессионалов, чем орду желторотых новобранцев. Как говорили римляне, храбрыми становятся благодаря дисциплине и упражнениям. Да, я помню, профессиональные римские солдаты легко разгоняли орды варварских ополченцев. Да и хер вам, ребят, что вы рассказываете? Вот вы помните, чем Рим закончил и кто его нагнул? Так что не надо тут люлю и ля-ля. Так, здесь мы сделали улучшение, теперь вот здесь эти инструменты давай делать. Оп, поехали. Что там золотишко-то? Золотишко у нас нормально, 28 тысяч, 17, тут вообще... Да и мы живем, ребята. Так... Сейчас у нас тут еда попрет. Че, порту там лодки же надо было делать. Ёлки-палки, я совсем про них забыл. Так. Дерево 600. Есть у нас дерево? У нас есть дерево. А для ловли рыбы. Дай. Три лодки построим. Одна разобьется нахер, как всегда, где-нибудь утонет. Там вторую надо куда-нибудь пошлем. Там на разведку. Третья будет рыбу ловить. Так, замечательно, да. Но это будет долго. Ух, оно долго строится, зараза. Мы ничего не можем построить пока что ли, да? Другое что-то. Рынок у нас есть уже, шахты есть, склад есть, мельница есть, дом. Я думаю, что дом построим еще один. Че они стоят, хуи пинают, извините за выражение. Пусть строят дома еще. Это что такое? Это ничего. Это шатер, да? Ну ладно. Командный центр. Не, ну интересно. Проработано все как было, так прорисовано. Неплохо, мне нравится. Как будет дальше, посмотрим. Я уверен, что, конечно, на этой стадии... Вот только-только релиз произошел, будут баги, какие-то проблемы. Ребят, ну, без этого ни в одной игре не бывает. Я думаю, к этому надо будет отнестись с пониманием. Вот. Все исправится, наверняка пойдут сейчас патчи. Так что не стоит реагировать, как некоторые реагируют очень бурно, я считаю, это незаслуженно. По отношению к этой игре, по крайней мере. Так, лодочка поплыла. Лодочка, плыви, да? Как в той песне. Что она делает? Она сама, что ли, на автомате будет рыбу ловить? Интересно, ну-ка. Вторая строится. Поднять паруса, да? Помните, как в той игре? Отдать швартовую. Жалко, что нельзя зарядить книппелями. Вот это было бы вообще классно. Хотя тут, наверное, будут другие еще суда. Смотрите, как плавает. Че, внутри вот никого не сделали анимацию? Там людей, ничего нету, да? Ну ладно, фиг с ним. Нет, так нет. Ну, скорее всего, да, она на автомате будет плавать. И потом уже сама нам рыбу привезет. Я так думаю. А как еще? Интересно. Вода. Вот это, ну, не знаю. Как-то, ну, есть вода. Хотя вот это вот отблеск мне не очень нравится. Он как-то вот преследует нас. Вода. Ну что, ничего не происходит, что ли? Давайте вот это исследуйте. Исследуйте доступные улучшения. Я, по-моему, ребят, все исследовал. Нет? Или я что-то забыл? Ну-ка... Какие еще у нас могут быть улучшения?
Здесь я все сделал. Здесь ничего нельзя делать. Только для солдат, если... Блин, ну, по-моему, не было про них ничего речи-то никакой. Здесь сделал. Это дома. Да, вот террас. Начинается какая-то фигня. Мигня. Это что такое? Пустые шахты. Не надо мне пустые, мне надо полные. А, еще надо исследовать. Вон что. Ну, извините, ребят, я тут как бы это... Профукал, конечно, этот момент. Я-то думал, там до второго уровня качнулись, и все. Тут еще он есть что-то. Давайте, давайте. Есть? Есть. Еще что ли? Нет, все. Доступные улучшения. Ну какие еще улучшения? Ё-моё, ты хоть скажи. А это почему? Она что, пустая, что ли? Почему пустая? Она же вон. Тут есть крестьяне. Или у нас ресурс закончился? Ну-ка, пошли обратно, сейчас проверим. Нет, все. Все нормально. Фух, не пойму. Так, лодки все у нас уплыли, что ли? У нас должно быть три лодки. Вижу две. А, вон она. Ладно, пусть плавают. Давайте еще раз тогда по порядочку. Тут интересно. Ну, скорее всего, придется вот изучать вот эти вот... А, ну да, там же про солдат что-то было. Блин, елки-палки. Ну вообще, я что-то за эти шахты сидел, думал, блин, а где у нас вот интересно, есть ли у нас лог-чат, так называемый. Это менюшка. Так, на кузнице вспыхнул пожар. А, пока она не сгорела дотла, направьте крестьян тушить огонь, иначе придется возводить новый. Ну, конечно, поторопимся. Где она? Где она? Вот она, вперед. Мы как раз рядышком тут. Как знал, как знал. Или они стояли, козлы курили, блядь. Подпалили кузницу. Заразы такие. Эти дерева рубят и рубят. Тут вообще рубить-то нечего. Ёлки-палки, чего вы там рубите? Деревья вон где стоят. Вон где деревья стоят. А они все рубят. Ну ладно, пусть рубят. Будем знать, что вот с этого клочка мы уже вон сколько нарубили. Кстати, да, надо это знать. Мой король, как я и говорил, эта земля бедна на ресурсы, и нам следует поискать другое место для города. Предлагаю сделать это на другом берегу реки Ухты. Чтобы переправиться через водную преграду, нам понадобится паром, который можно построить в порту. Давайте посмотрим. Вот он, да? Транспорт, да, это... Ух, ё-моё. Какой он большой. Какой он большой, интересный. Так, ну строится быстро достаточно. Достаточно быстро он строится, это хорошо. Так, ну, все практически готов, да? И модели нормальные, пусть он и плавает, конечно, там в песке, но это херня все. Так, мой король. Паром спущен на воду. Перевезите на нем крестьян и солдат на другой берег. Они должны отправиться на поиск хорошего места для города, богатого месторождениями и залежами ресурсов. Когда найдется подходящее, там нужно построить городской центр. Он станет ядром города, его сердцем, даст много дополнительных жилых мест и позволит нанимать новых крестьян. Кроме того, рабочие могут носить туда добытые ресурсы. Поиск новых земель, это так волнует, скорее в путь. Давайте, давайте. Давайте в путь. Но единственное, что... А, во, у нас еще один отряд появился, замечательно. А этот не может ничего делать? Нет. Давайте этот отряд мы, наверное, перекинем. А это кто у нас? Это уже... А, это мушкетеры, ёпых-мать. Мушкетеры вот какие интересные. А как их погрузить-то на паром вообще? Транспорт. Ну-ка, отчаливаем. Так, есть что ли такое дело? Все, зашли, замечательно, слава тебе, господи. Так. И эти пошли. Сколько у нас тут людей? Есть еще место, хорошо, все поместимся, я так думаю. Ну, надеюсь на это. Так, и эти пошли.
Нет, наверное, все-таки не все мы помещаемся. Да, все максимальное количество. Ну ладно, мы потом за вами вернемся. Так что не ссыте, ребята. Все будет хорошо. Куда? Сюда, да, нам предлагают. Вот, о, золотая шахта. Вот еще шахта есть. Так, ну, дерево понятно. Деревьев хватает. Куда же нам причалить тогда лучше будет? Я думаю, что нам повыше надо вот сюда. Так, и лодки надо бы собрать. Какого хера я их строил? Строил. Все они. Вот, все сюда, все сюда. Плывите, плывите. Нечего тут филонить. Так, и здесь шахта есть. Ну, шахты здесь они есть, но вот они как-то далековато друг от друга разбросаны. Хотя бы на первоначальном этапе могли бы сделать поближе друг к другу шахты эти все. Потому что так не очень удобно, конечно. Когда обучалка, еще бегаешь, смотришь, что ты все тыкаешь. Ну ладно, ничего, ничего, все нормально, все хорошо. Сколько у нас тут осталось людей? Кто у нас может поехать еще? Немного. 9 человек. Ну, нормально. Так, здесь все. Здесь все. Где корабль наш? Все, что приплыло, что молчишь? Вот давайте где-то здесь будем выгружаться. Как раз здесь где-то сделаем центр, вот этот городской, да? Тут будет две шахты, потом третью дальнюю мы как-нибудь сделаем, да, вопросов нет. Но не сразу. Ох, как ты долго плывешь, ё-моё. Давай уже. Есть такое дело, да? Раз, два. Там Ctrl, да, вот так он, да, всех высадить. Это что такое? Вместе всех юнитов. Да я уже, собственно, всех вывел. Так, теперь плывем за оставшимися вот сюда. А с этими начнем разбираться по порядку. Это кто у нас? Мушкетеры. Давайте сделаем так. Вот, смотрите, Ctrl 1 это назначение отряда, да? То есть в любой момент потом единичку нажимаем. Ну, мало ли кто-то не знает, хер его знает. Вот. Все работает, как и в старые добрые времена. Все у нас есть. Это пикинеры. Это что? А где у нас крестьяне? Ё-моё, вы что, крестьян не выгрузили? Блять, да что ж ты, сука? Да я ж всех высадил. Ну, видно же было вроде. Нет, я туплю опять. Да, водичка, водичка, так себе. Отражения зато есть, смотрите какие. Правда, они неправильно отражаются, так смотрю, ну ничего. Ладно, сойдет. Так, есть. Ну-ка, раз, два. Я, наверное, просто... Ну ладно. Так, это у нас кто? Пикинеры. Пикинеры. Пикинеры сюда. Так, это у нас... Пикинеры будут второй отряд. Будем здесь их вот так расставлять. А, это у нас крестьяне, да? Ну... С ними сейчас мы по-другому поступим. Так, все, паром мы отправляем за остатками. Вот за этими людьми. Так, здесь что мы делаем? Изначально нам нужен центр городской. Городской центр, правильно, вот он. Так, ну недалеко от шахт. Вот так где-то ставим. Поехали. Поехали, ребята. Все, все, все быстренько, быстренько строим. Интересно, да, вот так вот сделано все-таки. Не, нормально сделано.
Так, мой король, хочу обратить ваше внимание на то, как связаны между собой разные здания. Некоторые из них нельзя строить, пока отсутствуют другие. Например, вы не можете возвести казарму, пока нет кузницы. Ага, надо запомнить, кстати. Кроме того, некоторые здания теряют смысл, если отсутствуют другие. Например, вы построили казарму и начали формировать армию, но внезапно кузница по какой-либо причине была разрушена. Казарма уцелела, но вы не сможете нанимать солдат, пока не построите новую кузницу взамен разрушенной. Понятно. Я не перестаю удивляться вашим познаниям, мой друг. Мне определенно повезло с советником. Ну да, да уж повезло. Так, ребят, ну если вы можете складывать сюда ресурсы, может вы их сложите сюда, нет? Или так и будете с мешками ходить? Ну, похоже, что так и будет. Ладно, тогда строим шахту, наверное. А где у нас шахта? Вот у нас шахта 1. Вот у нас шахта 2. Тут у нас что, мельницу же надо еще сделать, да, сразу, чтобы еда была какая-то. Так, здесь будет лес у нас рубиться, там валиться. Здесь у нас речка. О, вот еще шахта, кстати, будет хорошо. Тогда давайте здесь место как-то свободнее, чтобы... Нет, блин, ну куда же поставить? Давайте здесь все, короче, ладно, хер с ним. Так, сделали эти ребята, у нас пойдут делать вот эту шахту сюда. Сколько здесь людей? 5, да? Здесь сколько людей? Тоже 5. Хорошо, двое есть, двое есть в запасе. Сейчас у нас будет это и это. Значит, нам нужно сделать лес, лес, лес. Нам нужен лес. Давайте рубить. А, вот как ему дал задание рубить лес, только тогда он скинул остатки этого леса в этот центр городской. Ну ладно, это камень, да, кстати, можно здесь добывать его в открытом виде. Прикольно. Хорошо, что так можно делать. Мой король, тревога, показались какие-то люди. Это явно не наши, и намерения у них точно самые кровожадные. Мы должны защищаться. К оружию, мать вашу. Кто это такие? Ахтунг! Ахтунг! Ну-ка! Вперед! Вперед! Кстати, а чё у меня с этим-то? Блин, я этот отряд не сделал, блин. Ладно. Быстрей, быстрей, быстрей. Так, командир, стой. Построить каре. Ширин. А почему я не могу ничего построить, никого? М? Что за фигня? Хер с вами, пошли. Рукопашная. Бэм, 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 бэм. Есть. Мой король, вы не ранены? Слава богу, отбились. Эти негодяи могли наделать много бед. Успели вы заметить, что некоторые здания и крестьян можно захватывать, если рядом нет солдат. Например, мельницы и шахты, оставшихся без охраны. Понятно. Вы правы. Расставьте патрули возле складов, шахт и мельниц. Но это поможет против одиночных солдат неприятия. Чтобы защититься от крупных сил, необходимо принять дополнительные меры. Например, построить частокол. Ну давайте построим частокол тогда. Ух, мои стрелки у меня какие красавцы. Красавчики. А, патрули. Патрули нахер не патрули. Вот это сюда, значит, это вот куда-нибудь сюда. Где у меня этот командир, барабанщик, блядь, этот барабанщик-то тут, вот он. Это кто? Офицер. Чего он не командовал ни хера ничем? Так, а вы работаете, нехер булки расслаблять. Так, мой король, есть способ очень быстро создать армию, нанять наемников. Они, конечно, уступают в бою профессиональным солдатам, и на их содержание уходит много золота, а цена найма растет с каждым нанятым бойцом. Что еще хуже,
Если у нас закончится золото, они взбунтуются и повернут свое оружие против нас. Но если времени на создание собственной армии нет, приходится прибегать к услугам солдат удачи. Чтобы их нанять, нужно построить дипломатический центр. Я понял. В случае крайней необходимости приходится прибегать к крайним методам. Вот как раз сейчас мы без них и не сможем обойтись. Нам нужно разрушить вражеские здания. Наши храбрые солдаты являются грозой для кавалерии и пехоты врага, но не для его построек. Перед каменными стенами они бессильны. Нам бы пригодились пушки, но сейчас нет ни времени, ни средств. Гораздо проще пожертвовать золотом и нанять лучников, которые могут уничтожить строение врага подожженными стрелами. Хм, хорошо. Где наш казначей? Мы должны раскошелиться. Мать твою, где у нас дипломатический центр? Вот он, что ли? Да. Лучники. Это просто посмотрим. Кавалеристы. Лучник. Лучник. Угу. Золото 12, золото 12. В чем разница? Пехотинец. Вооруженный луком и стрелами. Не стреляет, так понятно. Зажигательные есть. Тоже есть. Эффективно поджигает корабли. Ну что, разницы никакой нет, что ли? Лучник и турецкий лучник. Дайте турецких наймем. Десяточек, что ли, или сколько там? У нас казармы эти, вот они, да? А, так, ну, прежде чем до казарм лучники у нас дойдут, там нам же нужно вот этих вот сделать. Кстати, вот, что я тут фигней занимаюсь-то? Ну-ка. Нет, не хочешь ты трапку? Выкидывай свой. Оп, нифига. А так? Есть. Вот, замечательно. Да, но эти ребята что-то не хотят к тебе идти на этот трап. Бляха-муха, но это все-таки косяк какой-то игровой, я считаю. Да, погрузка солдат не такая простая, на самом деле, операция. Как-то я думаю, что все-таки это какие-то такие мелкие багулечки. Вот, я не думаю, что я там что-то не так делаю. Хотя не знаю. Ну, ладно, не будем на это внимание пока обращать. Так, хорошо. Где наш солдат? Пошел, пошел. Офицеры, барабанщик. Давайте-ка мы их сюда все-таки. Хочу сейчас строй сделать опять. Тут каре, там не каре. Сейчас уже воевать будем, да? Ну-ка. А где наши эти турецкие засланцы или засранцы? Ё-моё, они здесь что ли будут? Точно. Пф, твою мать. Так. Депо мы по... Да что такое, блин? Давайте еще одного. Я просто немножко я поторопился. Надо сделать нам дипломатический центр на том берегу. Какого фига вот так кататься? Это же очень долго будет, да? Хотя, с другой стороны, ну не, ресурсы есть. Сейчас, наверное, здесь так и сделаем. Построим дипломатический центр этот. У нас, собственно, задача какая? Просто сжечь казарму. У нас стрелки не будут, да, урон наносить по ней. Ладно. Нет, так нет. Так, 22 человека здесь у нас. Что? Ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Почему мы не можем построить никого?
Так, что наш корабль-то там плывет? Приплыл. Все хорошо. Загружаемся тогда. Твою мать, он опять не может этот свой трап откинуть, что ли? Еб вашу мать, да что за беда? Ну, давай же. Вот. Молодец. Нет, не молодец. Выходят, что ли? Вроде как да. Фух, хорошо. А, плыви обратно, галера, бляха-муха. Холера. Этих сюда. Так, ну что у нас? Ух, у нас крестьян сколько много свободных. А где они? Что они тут делают? Ничего не делают, что ли? Так, ну этот тогда пусть рубит тоже дерево. Этот пусть рубит дерево. Ой, елки-палки. Этот что у нас? Еду собирал. Пусть идет. Нам бы троих оставить, да, на это. В качестве разнорабочих. Это у нас что? Уголь, да? Уголь, хорошо. Камень. Камень нужен еще. Тогда давайте, пока нам строить ничего не надо, вот этих сюда отправляем. Пусть камень добывают. Кстати, давайте-ка еще мы нескольких человек сделаем, раз это можно сделать. Так, генерал. Генерал идет сюда. Нехрен шататься там где-то. Непонятно где. Почему вот сейчас не можем строй сделать? Так, приплыли. Хорошо, ну-ка. Опять начинается, да? Ой-ой-ой. Беда бедовая. Беда бедовая. Поплыл, поплыл. Давай, давай, быстрее, в темпе вальса. Затягивается обучение у нас. Ну ничего. Тяжело в учении, легко в бою. Так, это у нас что, крестьяне еще, да? Кстати, шахта, склад. Давайте-ка склад мы забабахаем. Склад, склад. Тут сюда-то они в этот, в центр носят, а вот здесь... Далековато, наверное, да, носить что-то. Фиг его знает, куда его построить. Давайте вот здесь, потому что мы потом еще вот здесь будем лес вырубать, я так полагаю. Если я не прав, то не прав. Потом, блин, переделаем, ничего страшного. Кузницы, ну и я не знаю, здесь кузницу смысл есть строить, она же у нас есть уже там, на том берегу. На рынок есть склад, есть мельница, есть дом, как бы все нормально. Вот чистокол, если построить, только он нам и нужен, наверное, будет, да, от этих придурков. Как его строить, где его строить? Блин, ну это большое расстояние, я бы не хотел так делать. Если вот так только как-то. Стоп. Почему мы не можем этого сделать? Ну. А, вон как, все понятно.
Давайте, давайте, стройте. Вы-то куда пошли, ё-моё? Так, ну сейчас забор строим просто для того, чтобы посмотреть, как это все выглядит, как это делается. Он-то нам, по сути дела, и не нужен. Так, это у нас что добывали? Этот у нас лес добывал, что ли? Приперся сюда, да? Иди, добывай дальше. А это у нас что делал? Все, построили забор. Молодцы. Так, ну эти пойдут, наверное, камень дальше добывать. Все, замечательно. Забор я дальше строить не собираюсь. Он нам нафиг не усрался. Сейчас мы этих лучников, лучников-то, елки-палки, где они? А этот все корячится, барк наш там, блядь, баржа или хук, как он называется. Не может ничего высадить людей. Да, с этим, я так чувствую, может хлебнуть горе. Ой-ой-ой, беда, беда. Так, давайте, давайте, быстренько, ребятки, выходим, выходим. Кстати, здесь что ли кто-то остался еще? А кто здесь остался? Да нет. Значок просто так отображается, да? Ну ладно. Так. Третий отряд. Это сюда. Значит, у нас что будет? Мы идем так. Нет. Сейчас мы вот так сделаем. Так, сюда. Это будет второй отряд. Третий отряд будут эти лучники, да? Ну, а пока выдвигаемся, выдвигаемся. Сейчас мочилово будет. Ё-моё, будет мочилово ужасное. Как нам лучше пройти-то? Мы здесь пройдем вообще, нет? Ну, я думаю, да. Вперед. Вперед, орлы. Так. Может быть, здесь еще нам эту построить казарму? Ну-ка, давайте попробуем. Сейчас пару человек наймем. И пусть они нам казарму делают. Есть? Где у нас? Есть казарма тут-то или нет? Есть. А, мы не можем, да, здесь, потому что на том берегу-то она есть, а здесь нету. Блин, придется строить. Плохо. Так, ну что, вперед, вперед, ребята, вперед. Раз, два, три. Пройдут они здесь? Да должны вроде. А как еще здесь проходить-то? Фиг его знает. Должны, должны. Сейчас все равно этим надо сначала вынести. Вот этих вот. А уже потом эти только будут у нас поджигать. Абдулла, поджигай. Ну чё, оп, пошло мочило. Ну а чё вы стоите, тоже давайте постреляйте. Опа, опа, опа. Ну, и все, все хорошо. Неужели, а нет, не может этот отряд атаковать. Ну ладно.
что у нас тут? Все, мы справились с заданием этих, мы перебросили с того берега сюда. Тут отряд небольшой был, мы их спалили. Все, поджигаем их не казармы. Турецкие лучники. Какие, бляха-муха, смотрите. Достаточно быстро уничтожается строение. У меня всего тут 10 лучников, да? Ну, быстро достаточно. Да. Есть. Все. Молодцы. Так, ну и нет заданий. А почему нет заданий? Никто не знает. Вот. Теперь, когда голод и враги нашему городу не угрожают, можно подумать о науке. Советую построить академию. Там вы сможете сделать ряд усовершенствований, исследовать новые технологии, которые повысят эффективность добычи ресурсов и боеспособность войск. Кроме того, без академии нельзя строить офицеров и барабанщиков. В наш просвещенный 17 век ремесло офицера требует обширных знаний. Ну, понятно. Пора привести культуру в эти дикие места. Хорошо, давайте приведем. Но только вот мы сейчас сначала сделаем следующим образом. Войска-то мы отведем назад, да? Вот. И приступим к строительству академии. Где оно? Где? Это казарма, рынок, порт, академия. Ух ты! А чего не хватает? Казармы 17 века? Ну да, мы же не построили казармы, ёлки-палки. Ну-ка давайте, быстренько, ребята, давайте. Живей. Так, ну еды полно. Камня не очень много. Остальное в принципе в норме. Долго будут строить, да? Да нет. Где у нас войска-то наши? Вот они. Молодцы. Так, после казарм тогда уже будем академию строить, да? Ну, хорошо. Так, все на месте. Хорошо, тоже молодцы. Построили казарму. Шикарно. Дальше строим академию. Где она у нас? Вот, куда ее нам влепить? Как-то некрасиво получается, елки-палки. Шахты, академии, блин, все в куче как-то, да? Ну ладно, фиг с ним, давайте сюда. Пока так. Уж планировать это все строительство потом как-нибудь, если кому-то интересно. А улучшим, наверное, вот что. Шахту эту, да? Вот эту шахту надо тоже, я думаю, улучшить. Потом вот эту тоже, я думаю, надо улучшить. Здесь... Нет, здесь ничего не происходит. Ну и ладно. Надо еще крестьян нанять, короче. Так, сейчас мы все шахты раскидаем туда-сюда. Сколько у нас леса-то рубит человек? Трое мало. Так, что у нас ничего не происходит? Академия. Есть академия. Молодцы. Так, после постройки требуемых зданий вы можете перейти в 18 век, который откроет для вас новые возможности. Чтобы сделать это, выберите городской центр и закажите соответствующее улучшение. Давайте. Где оно? Вот.
требуется здание собор и депо артиллерийское. Нифига себе, тут еще много чего надо. Мой король, вы многому научились. Теперь вы знаете, как достаются ресурсы, как строятся города и как создаются армии. Когда склады королевства заполнены припасами, а его границы охраняются надежные войска, появляется возможность развивать науку. Сколько прекрасных открытий уже сделала наука, а сколько новых изобретений еще ждут нас впереди. Что готовит нам грядущее столетие? Каким оружием будут сражаться будущие армии? Могли ли представить наши благородные предки, сражавшиеся верхом в доспехах, какое значение приобретет в наши дни пехота из простолюдинов, вооруженная мушкетами? А какое оружие придумает в будущем некий жестокий гений? Да. Мой друг, я рад, что такой человек, как вы, является моим советником. Спасибо за службу.